Всем привет, с вами Елена. Сегодня речь пойдет о крестовнике гималайском – синецу. Крестовник Арчера гималайский – это многолетний кустовидный низкорослый суккулент высотой около 30 сантиметров. Ствол у растения сочный, покрыт эллипсовидными тонкими листьями, напоминающими сосновые иголки. Относится к роду растений семейства астровые или сложноцветные. Цветет крестовник гималайский с желтыми цветками, собранными в грозди. Видовое разнообразие синецу огромное, но все они цветут корзинками. Цветы чем-то похожи на маргаритки всевозможных окрасок. Растение предпочитает яркий, но рассеянный свет. Рекомендуется высаживать синецу на западных и восточных подоконниках. При дефиците освещения крестовник будет вытягиваться и станет менее привлекательным. Суккулент прекрасно переносит сухой воздух, а вот переувлажнение может загубить крестовник. Поливать кустики нужно отстоявшейся водой комнатной температуры. Вода не должна быть холодной. Высаживают арчера в почвосмесь для кактусов и суккулентов. Можно сделать субстрат самостоятельно. Для этого необходимо смешать листовую землю с песком в пропорции 2 к 1. Взрослый крестовник пересаживают спустя 2-3 года в весеннее время. При этом важно учесть, что корни у растения достаточно хрупкие и расположены ближе к поверхности земли. Арчера легко размножаются черенками. Перед высаживанием черенков в песчаный грунт их нужно просушить, чтобы не произошло загнивание. Растение считается теплолюбивым. Весенне-летний период предпочитает температуру около плюс 22, плюс 26 градусов. А вот в осенне-зимний период температура не должна опускаться ниже плюс 10 градусов. Чтобы очистить синецу от пыли, можно воспользоваться малярной или любой другой мягкой кистью. Важно знать о том, что растение является ядовитым. Следите за тем, чтобы крестовник не съели дети и животные. А вот при пересадке лучше всего надевать перчатки. Однако синецу активно применяют в медицинских целях для изготовления лекарственных препаратов. Думаю, данное видео было полезным для вас. Пишите комментарии, делитесь опытом и подписывайтесь на канал «Цветочница». До встречи!